Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и сегодня я начинаю играть в игру Shadowfight 2. Да, я наконец-таки это сделал, и я все-таки собрался с мыслями на то, что я пройду снова Shadowfight 2, хотя проходить игру без доната я помню еще 4 года назад. Кстати, да, юбилейная дата. Именно 4 года назад я начал предыдущий раз проходить игру Shadowfight 2 без какого-либо доната. На тот момент мне было 20-21. Да, 20-21 год приблизительно. Я даже не знаю, сколько лет мне было, но это не важно. И тогда я такой взял свой планшет, на тот момент Sony Xperia Tablet Z2, взял его в руки и такой: да, я пройду эту игру, потому что за нее аж проголосовало 800 человек. Я устраивал на тот момент голосование, что же мне проходить в новом году, и многие выбрали Shadowfight 2. Да, это немножко странно, но все-таки так вот как-то получилось. И давайте попробуем сейчас поиграть немного, записать первый ролик, да и посмотреть, что у нас получится сделать. Сенсей, прекрасно мой зазнавшийся ученик вернулся. Я вижу, ты потерял свое тело. Какое несчастье! С другой стороны, теневая форма дает тебе особую силу. Знаете, после того, как вышло уже Shadowfight 3, проходить Shadowfight 2 обратно и видеть ту самую тень, которую я не видел уже достаточно давно, это заманчиво. С одной стороны, это даже очень заманчиво. Давайте посмотрим, как я для начала двигаюсь и теперь подойду грушу. Я, кстати, мог записывать, конечно же, игру со звуком самой игры. Да, игру со звуком самой игры, все правильно. Но я этого делать не стал, потому что все-таки ностальгическую музыку мне захотелось побольше положить, нежели чем вот эту вот слушать, которая стандартная, ну, которую и так вы слышали и не раз. Сенсей, впечатляет, но груша не может дать сдачу. Посмотрим, как ты покажешь себя в бою с моим учеником. Я помню, что это Кенши будет. Да, да, я знал. Я, в общем-то, периодически просматривал свое прохождение старое, чтобы понять вообще, как я там действовал и насколько я фигово играл. И в этот раз я, конечно же, должен показать то, что я играю хорошо, но нет, нет, я думаю, многие ошибаются. Я просто буду сейчас тренироваться. Как мне сказал сенсей, нужно посмотреть, насколько хорошо я сражаюсь. Как вы видите, я уже нанес в разы больше урона Кенши, нежели чем он мне. Вот так вот. И самое главное то, что кое-как мы его положили. Нет, мы его не положили. Вот это да, вот это был прыжок замедления неплохой. Но все-таки мы его положили, отлично. Раунд второй начинается, и это вроде бы как первый наш этакий эталонный мини-босс, который, в принципе, ну, знаете ли, не такой уж и сложный. Мне казалось, он будет в разы сложнее. Так, перепрыгиваем, вот это да, вот с вертухи, давай, давай, лоу-кик в голову, как учили. Блин, да что ж ты делаешь? Так, вот, вот, практически дотянулись, давай ногой, ногой бей. Бей ногой, не так, надо вверх ногу тянуть. Вот, другое дело, еще раз. Да я ж не по кулаку жму, что ж ты делаешь-то, ё-моё. Почему он отлетает обратно, что за фигня? Победа, счет 2-0, отлично, все. Фу. Это первая победа, мы кое-как прошли первый бой. Первый бой пройден. Я могу нажать спокойно ОК. Я не сомневался в тебе, теперь тебе нужно купить оружие. Да неужели? Можно было бы и сразу купить сенсей оружие. Зачем ждать? Зачем было чего-либо ждать? Так, приобретаем ножи. В теневой форме ты не можешь умереть. Предлагаю сразу вызвать на бой одного из демонов. Рысь. Это один из демонов. По-моему, как раз-таки рысь, это же первый босс. А, да, это сначала с телохранителями нужно же будет сразиться, если я не ошибаюсь. И вроде бы когда. Кто ты такой? Я не собираюсь тратить свое время на какого-то жалкого червя. Это Шин, слабейший ученик в моем ордене. Победи его, если сможешь, тогда, возможно, ты заслуживаешь права сразиться со мной. И да, нам надо сейчас будет против учеников сражаться. И самое интересное, что все так быстро начинается. Прошло только 4 минуты, я уже против первого ученика рыси сражаюсь. Да ну нафиг. Да, это такое невозможно. Я, по-моему, раньше в разы дольше времени тратил. Либо мне кажется. Ладно, перепрыгиваем. Хорош. Так, снова перепрыгиваем. Меня тоже, кстати, Шин перепрыгивает. Но я не знаю, зачем он это делает. Во, вот это да. Так, давай ногами. Ногами, играй ногами. Отлично, хорош. О нет, он взмахнул. Все, мы его положили. Да нет, он еще живой. Господи,
Какой-то он живучий слишком. По какой причине? Раунд 2. Предъяви за свою живучесть. Так, отходим. Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Вот так, удар по голове. И теперь смотрите, взмах раз. Эх, не попал, не попал один раз. Был шанс. Был шанс на победу, но Шин все-таки достаточно живой персонаж. Да ё-моё, по ногам, хорош. Отходим. Заблокировались. И, ну как ты не дотянул? Ну совсем чуть-чуть же оставалось. Счет 2-0, фу. Мы победили. Так, а что с игрой? А, нет, все нормально. Мне просто показалось, что оно как-то сместилось. Рысь, я глава Ордена Ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы сражаться со мной. Но твоя драка с Шином меня немного развлекла. До встречи. Акт 1. Перерождение. Давайте посмотрим, что же нас ждет в перерождении. О, Мэй! Ну, это, конечно, не та самая Джуна Shadow Fight 3, но это Мэй. Это та самая Мэй. Привет, меня зовут Мэй. Я спец по оружию и доспехам. Лучшая в этих краях. Могу я поработать на тебя? Нет. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, конечно, я хочу, чтобы она меня заставляла, чтобы она молила, чтобы она поработала на меня. Ладно, окей. Отличный выбор, теперь твое снаряжение будет в идеальном состоянии, я помогу тебе с любыми проблемами. И вот тебе мой первый совет, ты можешь зарабатывать монеты в турнире. Чеканная монета будет заработана мной в турнире, как мне кажется, особенно в последнее время, в 2020 году, так много мемов вышло, что их можно просто же сюда, в эту игру, вставлять. В каждой стадии противники все сильнее, но и приз больше. Мне уже кажется, что моя тень — это ведьмак. Смотри, теперь тебе стал доступен первый предмет с особым свойством. Ты можешь нажать на иконку под ним, чтобы увидеть подробное описание. Так, на какую иконку? Ну окей, максимум могу нажать. Я знаю, что вот здесь есть... А, это свойства, они отсутствуют. Ну, понятное дело. Стоп, у моей тени рога? Или мне кажется? Что это такое? Почему моей тени рога здесь сделали? Что это такое? Надеть. Какие рога? При чем здесь они? Что они делают на моей тени? Что это такое? Это нечестно. Ты хочешь идти в бой с этим оружием? Проверь свой арсенал, выбери что-то более серьезное. Ну ладно. Хорошо, окей. Давайте что-то более серьезное выберем, потому что, видимо, я могу выбрать сейчас какие-то палочки. Все, наверное. Это единственное, что я могу на данный момент выбрать. Хотя, смотрите, я могу еще оленьи рога... Оленьи рожки мне бесплатно даны были. Оленьи рожки, они бесплатные. Они бесплатные. Фу, ну хоть что-то бесплатно. Блин, я даже и не знаю. Жесть, просто жесть какая-то. Но все равно при этом босс на невозможно. Так, тень против обезьяны. Ну, олень и обезьяна будут сражаться друг против друга. Это, мне кажется... Интересная будет борьба. Я помню, что мне в 16-м году, по-моему, не давали этих самых рожек. Это что-то новенькое. Я думаю, что мы так не должны, скажем, сражаться. Мы должны тоже надеть что-то такое интересное под Новый год. Так как я не олень, и у меня оленьих рожек нету, то я надену шапочку Санта-Клауса. Я думаю, что это будет даже лучше. Отлично, и теперь мы можем без особых проблем нагибать обезьяну оленем и, конечно же, побеждать. Конечно, я хотел бы предположить, что косплей на тень хоть какой-то должен быть, но все-таки это достаточно сложно, и поэтому обойдемся без косплея на тень. Ты великолепен, зарабатывай монеты в турнире и покупай снаряжение, чтобы победить бойцов Рыси. Ну, когда Мэй говорит, что я великолепен, это о чем-то договорить, наверное. Изучить меню. Так, переходим сразу же в оружие. А, я и так в нем. Или нет? А, нет, мне не в оружие. Мне нужно сюда перейти и показать, на что я способен. Давай, хоба! Вот так вот, отлично. А, сенсей сказал, что я крут. То, что все-таки я умею делать то, чего не умеют делать другие. И меня научили блокироваться. Чтобы блокироваться в этой игре, кстати, ранее я не сразу же соображал. Типа... А что делать-то надо? Вроде бы он просто взял и руки скрестил.
Оказывается, ничего делать не надо. Ты просто не жмешь на клавиши и таким образом блокируешься. Совет для вас, ребят. Просто, ну это и для себя совет, потому что я очень редко блокируюсь. Смотрите, на тень какой-то глаз накладывается. Я не знаю, что это за глаз, но он достаточно забавно смотрится. И жало я победил просто с одного удара, с локотухи врезав, как мне кажется, и жало пало. Так, иди сюда, жало. Размахиваем. Отлично, смотрите, сразу же несколько ударов. И последний. Перфект. На перфекте я еще не побеждал. Зато я получил ачивку не царапины. Хорош. И 100 монеток. Тебе нравится Shadow Fight 2? Да. Пожалуйста, поставь 5 звезд нашей игре. Спасибо. Позже. Я уже вроде бы как ставил на iOS звезды, и поэтому делать это еще раз. Зачем? Мы поиграем лучше против шутницы. Это в разы забавнее будет. Так, раунд первый. Давай, иди сюда, шутница. Отлично. Так, ну смотрите-ка, шутница тоже пала и при этом нанесла все-таки по мне кое-какой урон. Хотя первоначально я планировал, что по мне урона вообще никакого не нанесут. Ну ладно, ничего страшного. Иди сюда, вот так, вот так. Давай, 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 подходи. Удар, нужен. Давай, нет, поднимайся, боец. Хорош, мы отошли. Ну как-то хреново отошли, конечно. Давай, ну у тебя же РГ на голове. Ну ты должен ими как-то манипулировать, я не знаю. Давай, оп, оп, готово. Хорош, последний удар, готово. Отлично, это была победа. Да. Странная победа, конечно. Но при этом 134 монеты я получаю. На нормально теперь мы, железный. С какой-то татухой, кстати, на спине. Но он вроде как тень тоже считается. И поэтому то, что на нем есть татуха, это не показатель. Как бы она вроде бы есть, и вроде бы ее нету. Так. Блин, по мне нанесли первый урон. Давай, вот это да, одним ударом. Как? Мы шокировали его, только у него и так оружия нету. Поэтому что дал этот шок, я без понятия. Давай, вот, еще один раз. Финт. Блин, что-то не получается особо. Только я летаю, и все. Еще два удара, готово. Счет 1-0. Отлично. Победа за нами. Раунд 2. Окей. Давайте посмотрим, что он будет сейчас делать. Тоже, наверное, прыгать, как обезьяна какая-нибудь. Которая до этого момента против меня сражалась. О нет, критический удар. Но это о чем-то договорит. Боец, нам нужно что-то делать. Тень. Так, хорош. Пару ударчиков готово. Смотрите, сразу же половина здоровья. Он еще и блокироваться пытается. Но нет, у него ничего не получилось. Он подпрыгнул, и я дубинкой ему в живот врезаю. И побеждаю. Фу. Сложные бои, на самом деле. Не ожидал такого, и мы дошли до стадии 5. Сложно. Я не знаю, но против жала снова играть. И сейчас жало будет посложнее. Оно, наверное, будет жалить на все 100. Ну, давайте посмотрим. Вот, пару ударов, первый. Так. Стоп! Блицкрик? Что такое блицкрик? Но это не важно. Самое главное, что я победил жало даже быстрее, нежели чем в предыдущий раз. Ну, смотрите, сейчас она блокирует каждый удар мой. Хорош. Воу! Воу! Первая атака! Не, ну у меня больше ударов было. Я не знаю, по какой причине... Давай, давай. Хорош. Отлично, счет. Счет пока что в мою пользу. Готово, счет 2-0. Отлично. Крепкий орешек, естественно. Естественно, крепкий орешек. 14-я минута уже идет. И мне сенсей снова говорит, неплохо. Ну, конечно же, неплохо. Так, изучаем новый удар. А, здесь я должен выбрать. Либо мне кобру выбирать, либо отчаянного. И тут уж непонятно, что лучше. Плюс 15% к урону, если меньше 20% здоровья. Либо 40% шанс, что первый удар в бою, нанесенный в течение 3 секунд, снимает дополнительные 10% здоровья противника. Я выбираю кобру. Я буду как кобра в самом начале. Такой ху, да, и победа, в общем. Получить. Получить и получить. И еще 3 рубины сверху. Так, я могу, наверное, перейти сейчас на оружие и выбрать новое, так как у меня новый левел.
И, наверное, я так и поступлю, потому что здесь же прокачка играет немаловажную роль, и поэтому берем мы Саи, по-моему, да, это Саи называется. Потом старую кожаную куртку, которая мне как раз-таки доступна, и которую я могу приобрести, отлично. Ну и я бы хотел, конечно, прокачать дальше олени и рожки, но и чтобы двигаться дальше, мне, видимо, нужно выбрать маску. Хотя, знаете ли, смысла маску особо выбирать нету, потому что как оленьи рожки, так и маска, они приблизительно одинакового уровня. Если я приобрету маску Кенда, то от этого сильнее я точно не стану. Защищеннее, скорее даже. Не то чтобы сильнее, а защищеннее. Кирпич, ничтожество, неужто ты решил потягаться со мной? Я же раздавлю тебя. Ну, такое себе заявление на самом деле, потому что вроде бы как я налегко сейчас умею одолеть кирпича. Ладно, давайте посмотрим, что же он мне сделает. Так, ну кирпич в какой-то каске, я не знаю, военный что ли, танкист, я не знаю кто он, но... это иракес, это не каска. Блин, просто на тень посмотрел, а там как будто бы каска какая-то. Теперь это понятно, это иракес, это все нормально, все хорошо. Так, иди сюда. Ах, блин, сразу же по печени удар. Ну ты что, кирпич? Так, удар вот такой. Все, он шокирован. Он шокирован моей атакой. Давай, ну же, кунай, засунем куда-нибудь. Хорош. Давай, удар последний. Нет. Нет, я не проиграю. Он агрессивным написано стал. Он стал агрессивным. Хорош, положили его, счет 1-0. Я уже думал, что я проиграю. Я уже ногами просто так тупо махать начал. Думая на то, что, ну, должен же хотя бы один раз попасть. Ну, первые 3 секунды, 40% шанса, что плюс 10% к атаке. И вроде так и получилось, хотя я не уверен. Но критические удары я вроде как наношу. Воу, вот, давай. Хард, еще хард. Бруталити, я бруталити на... Блин, по голове. Врезать по голове. Да нет. Да ё-моё, да что ж такое-то. Вот так вот. Давай вот так проводи. Отлично, хорош, добиваем. Нет, меня положили. Давай, вот так. Промахнулся. Давай, на бруталити ж уже. Давай, брутальный же чувак. Но я должен же победить. Отлично, все, счет 2-0. Фу. Дожал. Я на самом деле хотел выше брутал накопить, но у меня не получилось. Но при этом 510 монет я заработал, и я не понимаю, как такая букашка смогла победить меня. Я сам не понимаю. В дуэли можно войти раз в 4 часа. В дуэлях тебе придется использовать выдаваемое на время боя снаряжение вместо этого. Я знаю отличного кузнеца, готового улучшить любое снаряжение. Воспользуйся кнопкой улучшения. На самом деле я не хочу особо воспользоваться кнопкой улучшения, но давайте улучшим. Смотрите, можно посмотреть рекламу и таким образом избавиться от изготовления саев, но можно при этом не смотреть рекламу и просто идти дальше в бой. Вроде как. А, у меня энергия закончилась. Для боя нужна энергия, она восстанавливается со временем, но ты можешь восстановить энергию за кристаллы. Вот, возьми эти 5 рубинчиков. Спасибо. Не хочу использовать кристаллы, восстанавливать энергию. Мэй, не заставляй меня этого делать. Не хочу, не буду. Я и так уже играю достаточно долго. Мэй, нет, все. Я буду ждать следующего накопления энергии, чтобы записать еще один достаточно мощный видос. А на этом пока что, ребят, все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видос вам понравился, потому что я старался сделать его как можно лучше с той самой музыкой. Я ее найти постараюсь, потому что я уже ее давным-давно посеял, но все-таки. И если ждете второй ролик, то ставьте сразу же лайк, накопим 1000 лайков, сразу же выкладываю следующий видос. Вот как так будем работать. Я думаю, мы договорились. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.